Пася психанул. Потому что ты же мертвого достанешь, а? Оп, не надо ко мне. Я ни при чем. Я тебя должна Басику нести. Мань. Тянет. Ой. Кирочка. Басечка, достали, да? Но не уходит. Папа тут. Басе показывает, какая большая обезьяна. Опа! Что? Так, Бася, скажи. Что-то скажи меня это. Ой, что? Жо, не кричи, пожалуйста. Как тебя? Кеша. Кеш, нет. На мне кто сидит? Степа. Слезь, пожалуйста, с меня. Степа, иди ко мне. Иди на папу. Иди. Стёп. Иди. Ой, блин. Папа тут. Давай. И снова здравствуйте. А у нас посылочка. Да? Ой. Подождите. От кого? От Марковой. Ну, Мань. Она мне дала, чтобы я здесь почитала, да? Ты ж посмотри, а. Маркова, да? По-моему, Наталья Игоревна. Дарья. Ой, точно, друзья. О, мешок. Гляньте. Вот это да. Это Дарья нам писала. А смотри, там еще доставай один сразу. Степка, это мне мешок, да? Это ж Дарья там писала, что уже к Новому году. Еще один мешок. Вон какой мешок, давай пакеты. Ну, Степа. Степа. Я ни при чем, я не претендую, это твои мешки. Посмотри, я не претендую, говорю. Не брала я, ничего не брала. Глянь, его. Не, ну тебя не кусают, ты понял? Я тут. Мне придется самому распаковывать, чтобы попугаи меня видели. Мешок. Вот оно, что там написано. Не, и он мне не даст, Владик. Вот, глянь, ты посмотри. Это ж собака Баскервилей. Я тебе перечислю. Нет, читай. Я не в очках. Оп. Без очков. Вадя! Это же кошмар какой-то. О, девочка, смотри, это мне. Так. Ну, и это тоже тебе. Я такая тоже тебе перекину. Это тоже тебе. А? О, новая кепочка. О, тетю. Маня, а что ты взяла? Она посмотри, сразу. Степа, это новая кепочка. Скажи, что я в стае должен ходить. Маня тоже что-то взяла. Что? Так, у нас есть шанс. Давай распаковывать, пока они чем-то заняты. Так, это что? Это тебе тоже. Степа, Мань. Кепочку примеряет. Степка кепочку намерит. Скажи, наконец-то. Это шарфик. Ой, друзья, смотрите. А ты помнишь, у наших гамадрилят, Бася даже пошел, есть костюмы новогодние, присылали в том году. И они в этом же стиле. То есть я понимаю, что это весь тебе пакет. Ой. Под Новый год. Это бенгальский, что ли, или что? А, нет. Нет, это что-то... А, это... Ой, Вадя, это что-то... А, это пахучка. Пахнуть. Нет, это папина. На. Ну, что это для была. Папы? О! Ну, сними куртку. Померь. Это хала. Сейчас померю. Маня, что там взяла?
Ну, это не важно. Чем бы дитя не тешилось. Папа, подожди, папа такие подарки мерит на Новый год. Ой, Степа, я же ничего. Это Тося. Так, давай. Оп. Так. Это я не поняла, что за крем. Спрячу пока, потому что все. А он какой мягкий, такой приятный на ощупь. Боюсь подойти, понимаешь, хоть пощупать. Ой, друзья, смотрите, какой халат. Ладик, ты будешь одевать халат, а они будут по тебе. Я тут, ну что ж я не могу. Шикардос, Степ. Посмотри, какой у папы халат. И размерчик, Дарья. Спасибо огромное. Ну, мне единственное всегда, вот когда... Зоя, когда такие посылки, ну, это дорогие посылки, мне всегда неудобно. Вот пока, как бы, ну, спасибо. Гамадриля там, спасибо, ну... Что? Ха-ха-ха. Второй? Второй давай. Только убери шарфик туда же, потому что они сейчас это все... Оп-оп-оп. Вот, вам обертка. Да. Вот вы видите, друзья, что я даже подходить боюсь. Я тут. Кто был? Пада. Друзья, в Тайгане начался фактически уже Новый год. Потому что мы, наверное, первые, кто получает, да, подарки к Новому году уже. Ага, забери у этой собаки башки. Я тут. Тут я. Что же вы не дадите? Это какой-то как плед или... Нет, не плед. А что написано там? А то, может, это не наши подарки, лови. Да он не подпустит меня, Влад. Чего? Степа, может, это Ольге Ивановне? А где записочка? Нет, это Владиславу Игоревичу. А из него? Тут не написано. Так, ну ты внутрь еще за это самое. Может, внутри еще записка есть? Так, кота достал. Влад, а вот эта бумажка, вот, по-моему, на полу. Что там написано? О, это мне. Так. Ну я ж тут. А нет. А что такое? Это сережки. Дарья. Это у меня ж Люська сережки вытащила. Обалдеть. Ну, мне, ну, честно, я могу сказать, мне неудобно, Дарья. Спасибо огромное. Я единственное, что надеюсь, что эти подарки вам по карману. Что это, эти подарки, ну, не ударят как-то. Так, подожди, давай сюда положу сережки. Так, все, па. Хватит, чтобы не укусил сумку, не испортил. Ой! Так. Это вот такая есть сумка. Степа. Кожаная, друзья. Вот сумка красивая. Давай, давай ты оденешь вместо меня. Я покажу на тебе. Потому что Степка не даст мне ничего. Мягкий. Ну, я думаю, что это одинаковые, как бы, как подруга в паре. Спасибо большое, друзья. Ну, Даша, большое-большое спасибо. На этой оптимистической ноте после сережек, эти вот, как их, кто там посылки наши считает, понимаешь, уже выдохнули и умерли. Да. О, на, скрывай, пожалуйста. Стёп. И шарфик, да? Это палантин. Стёпа. Кто посылки наши считает, да? Да, умели после золотых сережек.
Ой, какой красивый палантин. Я люблю всякие такие вещи. Очень хорошего, друзья, качества. Но мы уже, в принципе, с тобой можем подарки не покупать на Новый год, Вань, понимаешь? Потому что после... Аккуратно, аккуратно. Сейчас я все аккуратно соберу. Спасибо. Спасибо за все. Спасибо, Даш. Спасибо. От чистого сердца спасибо. Вы угадали. Угадали со всеми подарками и с размерами. Видно, что вы... И мы читали перед этим ваше письмо. Видно, что вы долго с нами. Видно, что вы действительно... Ну, искренне любите и парк, и питомцев, ну, и нас, по всей видимости, потому что такие подарки дарят только близким людям. Вот она, вот она, вот она. Спасибо, от всего сердца спасибо. Спасибо, спасибо. Я, наверное, пойду, я что-то расстроилась, я пойду выпью чашку кофе. Надеюсь, что мы дарим вам ту радость, которая вот вызывает такие... эмоции, такое желание дарить такие подарки, в принципе, ну, чужим людям. Спасибо.